Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы с трансляцией, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, то поставьте плюс. Это будет означать, что у нас с вами хорошая обратная связь. И в этом случае мы начнем наш обзор. Итак, вижу, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас выходило, какие были данные. Итак, по порядочку. Деловая активность в производственном секторе по данным AIG по Австралии показала отрицательную динамику, снижение показателя с 59,3 до 57,5. Показатель падает, данные не очень хорошие для Австралии. Далее в 2.50 вышел Танкан Репорт, отчет Банка Японии. Смотрим, что у нас здесь. Значит, активность крупных предприятий всех отраслей, рост в 0,6%, при том, что ждали снижения на 0,1%. Ну, здесь, видимо, сезонный фактор сказывается. Это хороший, позитивный момент. Деловая активность в секторе услуг Танкана осталась, совпала с прогнозным значением 20, но здесь рост по отношению к предыдущему периоду, показатель был на уровне 18. Индекс крупных производителей показал снижение, рост с 10 до 12, но оказался хуже прогнозного значения, и совпадение прогноз деловой активности в секторе услуг 16 было, 16 осталось, а по прогнозу ждали 18. Так, прогноз деловой активности для крупных производителей за первый квартал тоже показал рост с 8 до 11, но рассчитывали, что он будет на уровне 13 единиц. PMI Никей в производственном секторе 52,4, здесь небольшая отрицательная динамика, снижение с уровня 52,6. Ну, в целом, данные по Японии нельзя сказать, что были плохие, в принципе, все нормально. Так, что у нас еще по Японии? Вот советник премьер-министра Японии призывает Банк Японии начать проводить политику с чистого листа. Давайте-ка посмотрим, о чем здесь идет речь. Достаточно большая статья. Попробуем уловить суть. Итак. Банку Японии следует начать проводить свою монетарную политику с чистого листа после окончания срока полномочий его нынешнего управляющего Хорохико Куроды. Об этом заявил советник премьер-министра Синдзо Абэ и влиятельный бывший член Совета директоров Банка Японии. Преемник Куроды должен объявить о начале второй фазы программы количественного смягчения Банка Японии, в рамках которой управление доходностью гособлигаций прекратится, а объем покупки госдолга страны уменьшится. Примерно в половину, сказал Накахара. Так, значит, речь идет о новом преемнике. Это уже когда истекает мандат нынешнего главы Банка Японии, господина Куроды. Преемственность сохранится, количественное смягчение тоже будет работать, если смотреть по результатам того, что говорит господин Накахара. Подождем, посмотрим, как все это будет протекать, но видно, что японцы настроены достаточно решительно и собираются следовать тому курсу, который они выбрали, и все-таки достигнуть уровня инфляции 2%, о котором они уже давно твердят. Так, в 4.00 по Австралии данные по инфляции у нас вышли. TD Securities, значит, по месяцу рост на 0,1% и по году 2,2%. Данные неплохие, здесь у нас рост по отношению к предыдущим значениям. Это совершенно однозначно неплохо. Розничные продажи показали снижение на 0,1%, разрешение на строительство по году снизились на 4,9%, но здесь положительная динамика, поскольку до этого снижение было 11,6%. И по месяцу резко возросло разрешение на строительство, 8,3% было 2,2%, и ждали снижения в 0,5%. Цены на сырье. Отрицательная динамика, 56% был предыдущий
отчетный период по году и 50,1% текущее значение. В 10.15 очень позитивные данные по Швейцарии. Реальный объем розничной торговли после снижения на 1,2% вырос на 0,6%, и деловая активность 58,6%, при том, что был 57,8%. Данные очень и очень хорошие. В 10.55 деловая активность в производственном секторе Германии 58,3%, здесь традиционно высокий показатель. Комментировать нечего, всегда очень хорошо. 11.00. Деловая активность в производственном секторе еврозоны 56,2. Германия на своих плечах все вытащила. И в 11.30 деловая активность в производственном секторе Великобритании. Вот здесь показатель немножечко подкачал. 54,6. Предыдущее значение ждали роста до 55,1, а он снизился и составил 54,2. Активность немножечко падает. Но те, кто в курсе, значит, именно в экономике Великобритании производственный сектор менее 6%. Поэтому здесь это не так критично для Великобритании. Великобритания – это все-таки больше финансовая империя, и здесь важны денежные потоки. Так, далее, 12.00. Безработица еврозоны 9,5%. Без изменения, вернее, чуть-чуть снизилось, было 9,6, чуть-чуть снижение на 0,1, но это совпало с прогнозным значением. Цены производителей по месяцу показали нейтральную динамику, по году выросли на 4,5%, что однозначно совершенно очень даже неплохо для текущего положения вещей. Так, далее. По еврозоне сегодня выступал представитель ЕЦБ господин Прет. Он сказал, что мы выиграли уже битву против дефляции. Это его слова, это его прямая речь. Так, еще он сказал, что базовая инфляция остается, увы, сдержанной. С большей уверенностью смотрю в будущее экономики еврозоны, чем это было ранее. Нам нужны меры стимулирования, чтобы инфляция достигла целевого уровня. То есть Европейский центральный банк тоже настроен достаточно решительно и продолжает количественное смягчение, даже несмотря на то, что американцы находятся сейчас в фазе повышения процентных ставок. Далее, наша политика остается вполне адекватной, сказал Прет. Корректировка программы покупки облигаций не сигнализирует о начале процесса сворачивания. Вот что важно, он сделал на этом акцент. Есть возможность усиления стимула, то есть еще больше стимулировать экономику. Это неплохо. Вероятность возникновения потребности в дальнейшем смягчении политики существенно снизились. То есть раньше они нуждались в этом достаточно активно, теперь собираются это делать, но это уже не столь обязательно, как было раньше, если переводить это на нормальный русский язык. Так, кроме него выступил еще и господин Кире. Сейчас посмотрим, что у него есть. Так, отрицательные процентные ставки очень эффективны, но не следует их использовать слишком долго. Слишком длительный период отрицательных процентных ставок ослабляет банковский сектор, причем существенно, сказал господин Кире. ЕЦБ не обсуждал выход из политики количественного смягчения. Правительство и финансовые круги должны подготовиться к более высоким процентным ставкам. То есть при этом он намекает, что в принципе после фазы стимулирования все-таки ЕЦБ будет повышать процентные ставки. Так, что у нас еще есть? Так, статейка «Индекс менеджеров по снабжению PMI для Великобритании». В марте в производственном секторе Великобритании росла самыми медленными темпами за последние 8 месяцев, что стало признаком некоторого замедления экономики в первом квартале, тогда как в последние 3 месяца 2016 года она росла достаточно сильными темпами. Так, 54,2 против 54,5. Вот примерно такой у нас с вами на сегодня новостной фон. Правда, нужно сказать, что сегодня еще в 17.00 у нас будет деловая активность ISM в производственном секторе. До этого PMI Market 53,5 ожидается, а
ISM в производственном секторе 57. Вот больше смотрит именно на этот показатель, нежели на данные маркета. Вот американцы предпочитают смотреть именно на этот показатель. И одновременно с ним у нас индекс постепенного разгона инфляции. Здесь ожидается небольшое замедление, 68 предыдущие значения, теперь чуть-чуть сокращение динамики. Далее в 17.30 выступление представителя ФРС Уильяма Дадли. В 17.30 одновременно с ним обзор экономической конъюнктуры Банка Канады. И в 22 ожидается выступление Комитета открытого рынка Патрика Харкера. Посмотрим, что скажут представители Федеральной резервной системы. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, коротенькое слово «есть», я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и постараюсь на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, и мы пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация у нас выглядит с технической точки зрения. Итак, жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет. Итак, открываем программу MetaTrader и, как обычно, смотрим нефтяные котировки. Неделя, WTI, приличный рост, можно его даже взрывным назвать, но это больше, конечно, относится к средствам массовой информации. Обычно они пользуются такой терминологией, ну а если быть объективными, то вот 5 дней роста, в понедельник они сначала снижались, потом развернулись, и движение было достаточно приличное. Хотя нет, это была пятница, вот у нас с вами понедельника, нет, сори, это вот текущий день, да, у нас все-таки в понедельник был этот самый разворот. Вот, а более ясная картиночка на нефти марки Brent. Здесь можно посмотреть в более широкой перспективе, и видно, что у нас в целом сохраняется восходящий тренд, и сейчас идет фаза отката восходящего тренда, но котировки локально уже развернулись, и теперь торгуются выше и линии недельного, и месячного баланса, выше уровня Fibonacci 31,8. Абсолютное значение марки Brent на текущий момент это $53.60. WTI сейчас торгуется по цене $50.85. Индекс американского доллара. Неделя роста тоже с разворотом, но здесь разворот произошел, да, тоже в пятницу сначала движение вниз, затем разворот, очень похоже, кстати, с нефтяными котировками, и у любителей искать всякие закономерности может создаться впечатление, что индекс американского доллара коррелирует с ценами на нефть. Увы, это не так, это не более чем совпадение. Хотя нужно сказать, что классический, конечно, вот именно классический, да, как это должно развиваться, так оно и должно быть по большому счету, поскольку есть нормальное финансовое правило, которое звучит, что цены на нефть сдают мировую инфляцию и инициируют цены на золото. Вот так звучит правильный экономический закон. Но в условиях той экономической реальности, которую мы с вами наблюдаем, неоконсерваторы, которые проводят американцы экономическую политику, все взяли себе на это на вооружение, все следуют в кильватере Федеральной резервной системы, монетаризм идет сплошной, мы с вами наблюдаем то, что наблюдаем. И вот по сути дела, да, вот посмотрите, какая интересная создалась ситуация. То, что реально должно было быть, вот выглядит, да, цены на нефть и индекс американского доллара. Они совпали, а я вам говорю, что это не характерно. Вот до чего мы с вами дошли. Понимаете, да, что получается, что нормальные вещи мы с вами уже воспринимаем как некий такой парадокс. Увы и ах, но вот что поделать, такова реальность. Итак, индекс разрядился, подошел к своей линии баланса, торгуется прямо на отметке, поднялся выше психологической отметки 100 ровно, сейчас линия баланса у нас с вами 100 долларов 46 пунктов еще сверху, не 100 долларов, извините, 100.46, это просто пункты.
Здесь никаких ценовых оценок совершенно нет. Вот. Ну и если брать текущую цену, значение индекса это 100.56 пунктов. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые вот этот самый индекс составляют. Итак, смотрим евро-доллар. Зеркально перевернутый индекс американского доллара, не зря это называют антибакс или антидоллар, шипом неделя, шип вверх, цены закрылись внизу, разворот, но посмотрите, это пока что очень хорошо укладывается в рамки восходящего тренда. То есть, если цены не опустятся ниже минимума, который мы здесь с вами наблюдали, будут находиться в нижней трети нашего с вами боковика, и у нас будет сигнал осциллятора в покупку на daily таймфрейме, то это будет хорошая возможность поторговать евро-доллар в рамках того боковика, который мы с вами наблюдаем, с очень хорошей перспективой, поскольку если брать даже не самые крайние границы этого боковика, да, а вот мы возьмем с вами серединочка этой части и этой, то здесь у нас с вами 5,5 фигур, то это очень и очень вполне себе достойная цель, повторяю, даже если мы не будем брать самые крайние точки. Поэтому внимательно держим руку на пульсе, а если брать с точки зрения трендовой консервативной торговой системы, то сегодня картиночка следующая, среднесрочная. Нам говорит пока что, что тренд остается в восходящей фазе отката. Здесь нисходящий тренд пересечения еще не произошло. И вот когда сегодняшний день закроется, то в этом случае мы с вами и будем говорить о нисходящем тренде. А пока что включаем активный режим стендбай и находимся в режиме ожидания. Итак, по евро-доллару активный стендбай. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте по евро-доллару. Британский фунт, тот самый, который стерлингов. Посмотрите, здесь тоже был боковик, но у нас цены поднялись достаточно высоко. Так, сейчас мы с вами 1.2660 вернем потом на место. Вот таким вот образом. Вот наш с вами боковичок. Посмотрите, у нас очень шипованная неделя была, да? Пум. Шипы вверх, шипы вниз на недельном таймфрейме. И на дейли мы с вами наблюдаем следующую картиночку. Тренд восходящий в фазе импульса. И то же самое у нас говорит индикатор OSMA, ОСМА. То есть мы с вами находимся в фазе покупок, активная фаза роста британского фунта. Но посмотрите, он у нас вот несколько раз вырывался за границы этого боковика, но затем возвращался. То есть пока что боковое движение сохраняется. И мы в качестве цели с вами будем выбирать именно вот эту самую верхнюю границу. Поскольку сегодня торговый день, диверочков никаких нет, поэтому у нас совершенно стандартная ситуация. Покупки, объем сделки совершенно обычный. Теперь смотрим внутреннюю структуру, идет волна отлива. Поэтому мы ждем, когда закончится отлив и начнет формироваться новая приливная волна. То есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме по британскому фунту. Когда свечка закроется и сигнал будет сформирован, будет понятно, что да, вот он, момент входа наступил, можно атаковать, но на какой нюанс хочу обратить ваше внимание. Смотрите, чтобы сигнал, при наличии сигнала цены не опустились ниже вот этого минимума локального. Здесь, конечно же, у нас самый глубокий вот этот минимум, да, но здесь уже вот такое волнообразное движение вверх было, поэтому по этим мелким волнам все-таки тоже можно будет судить. Давайте договоримся так. Значит, таким образом, если сигнал будет ниже вот этого минимума, то в этом случае отменяется торговля. А если будут сигналы, но ниже этого минимума, этого или вот этого, на 1/4 будем сокращать объемы.
Надеюсь, понятно то, что я сказал. Итак, если сигнал будет при том, что цены опустятся ниже этого минимума, уменьшаем на 1/4, на половину, на 3/4 объем вашей сделки. Понятно? А вот локальный минимум, то есть на который вы будете обращать внимание в случае, если цены опустятся ниже, вообще отменяется торговля. Вверх имеется в виду. Я доходчиво объясняю. Итак, мы определились с этим. После того, как будет сигнал на закрытом часовом, 4-часовом таймфрейме, открываете часовик и смотрите, есть ли наличие консолидации на часовом таймфрейме. Если и здесь все условия совпадают, ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели мы уже с вами договорились. Это верхняя граница нашего боковика 1.2660. Вот так выглядит картинка по британскому фунту. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Сергей, у нас здесь доминирующим является daily таймфрейм. Daily таймфрейм нам уже сказал, что тренд восходящий в фазе импульса, поэтому никакие максимумы нам здесь на 4-часовике не нужны. Это понятно? Замечательно. Значит, вопросов нет, всем все ясно, всем все понятно. Идем дальше, смотрим австралийский доллар. Что у нас по австралийцу? Неделя полной неопределенности, два шипа вверх, достаточно узкая волатильность. Непонятно, завтра решение Банка Австралии по процентной ставке. И что самое важное, это комментарии, что скажет руководство Резервного банка Австралии, что скажет глава стаи, по сути дела. Каков будет закон джунглей для Австралии на текущий период с точки зрения монетарной политики? Daily Time Frame говорит нам следующее. Тренд восходящий в фазе отката, здесь тренд нисходящий. Поэтому по австралийцу мы включаем активный режим стендбай и находимся вне рынка. Сделок не совершаем по Австралии. Только наблюдаем, не более того. Можно курить бамбук, ну и так далее по списку. Закончили стройкой обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых и начинаем с пары доллар, японская иена. Weekly time frame. Банк Японии удержал уровень 110 иен за 1 американский доллар, не дав опуститься паре ниже этого значения. Шипы в обе стороны. На daily таймфрейме картиночка следующая. Тренд нисходящий в фазе отката. Здесь вообще восходящий тренд. Значит, мы забираемся на забор, курим бамбук и сделок не совершаем. Японец не дает возможности сегодня открывать сделки с точки зрения среднесрочной, консервативной, трендовой торговой системы. Швейцарский франк. Зеркально перевернутый евробакс, шип вниз, неделя закрылась наверху, на самом максимуме. Daily time frame, картинка следующая. Тренд нисходящий, тренд восходящий, индикаторы противоречия, значит мы в сделку не влезаем и смотрим, что нам будет говорить диапазонная торговая система на daily таймфрейме. Здесь тоже можно ждать сигнал осциллятора в продажу. И если по евробаксу у нас будет покупки, то здесь можно будет рассматривать продажи по швейцарцу. Но здесь будут свои нюансы, мы не будем забегать вперед. Пока просто поставили осциллятор и наблюдаем, что будет происходить. А вполне возможно, нам с вами придется в ближайшем времени отслеживать еще пару евро-франк. В последнее время там пошли опять движения, и получается, что Банк Швейцарии опять себя достаточно активно ведет на валютном рынке и старается воздействовать на стоимость своей национальной валюты, не давая ей излишне укрепиться, в данном случае к европейской валюте. Итак, это был швейцарский франк. Теперь смотрим, что у нас по Канаде. Канада, недельный таймфрейм, достаточно слабая неделя. Смотрим на daily таймфрейме, какая у нас картиночка. Тренд восходящей фазе отката, здесь нисходящий тренд. Значит, по Канаде находимся вне рынка. В рынок мы не входим. Смотрим, что у нас по золоту. Неделя шипованная в обе стороны, все не очень активно. На daily таймфрейме у нас с вами
фильтр продолжает смотреть вниз. Это значит, что можно рассматривать сделки только на продажу. Смотрим внутреннюю структуру, индикатор разрядился и в принципе находится в своем нейтральном положении, если быть точным, 49.91. Лучше начинать продавать, конечно же, когда индикатор будет в зоне перекупленности. Вот такова у нас с вами картиночка. Я вижу сообщение в чате, что в Питере на Сенной метро взрыв, есть погибшие и раненые. Это, конечно же, очень печальное событие. Очень неприятно всегда слышать подобные вещи. Искренние соболезнования всем близким, чьи близкие люди или, может быть, даже знакомые пострадали в этой ситуации. Это всегда, конечно же, очень и очень неприятно. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Похоже, вопросов нет. Давайте будем завершать обзор. К сожалению, заканчивается он у нас на достаточно трагичной ноте. Еще раз выражаю свое соболезнование всем родственникам и знакомым, которые, возможно, пострадали при этом событии. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи, будьте внимательными, осторожными. Пожалуйста, берегите себя. Удачи всем. Всего доброго.